Его называют самый главный врач. Возглавляет первую и вторую больницы в городском округе Воскресенск. Юрий Наумович Райхман удостоился звания почетный житель Московской области. Решение было принято на первом заседании Мособлдумы 7-го созыва, которое состоялось 30 сентября. Действительно уважаемый человек, заслуженный работник здравоохранения, не только Московская область, но Российской Федерации, внес большой вклад в развитие здравоохранения нашего региона. Но совершенно точно данная кандидатура достойна этого звания. Юрий Райхман до сих пор практикует как хирург. Незаурядный человек, талантливый врач и управленец. Под его руководством вторая и первая больницы постоянно модернизируются для того, чтобы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь нашим жителям. Тогда я повторю те слова, которые сказал сразу, как ответные, что позвольте считать это признанием заслуг всех медицинских работников Московской области, которые в это тяжелое время, да и в мирное время, живут и работают по принципу Николаса ван Тюльпа «Светя другим, сгораю сам». Вот это было мое ответное слово. Поздравляем нашего земляка с почетным званием. Александр Иванов, новости «Искрвект».